Ребят, я ухожу. Куда? Еще очень рано. У меня завтра много дел. Ну, мы тоже работаем, наверное. Он же 2 дня поработал. Ладно, увидимся. Хорошего вечера. Я пойду. До встречи. Доброго вечера. Пока. Будет хорошо, если я уже пойду. Вы бы не могли вызвать мне такси? Я тебя подброшу. Ну, то есть мы тебя подвезем. Я не буду вас утруждать. Нельзя ехать на такси в одиночку. Ослы, я тебя подвезу. Правда, не стоит. Я доеду сама. Нет, нельзя. Я подвезу тебя. Хорошо. Эда, еще раз с днем рождения. Классная вечеринка. Все было здорово. Спасибо большое. Хорошо, что ты пришла. Пойдем уже? Хорошо. Я отвезу ее и вернусь к вам. До встречи. Мы к тому времени уже уйдем. Они очень подходят друг другу. Надеюсь, они помирятся. Я тоже так думаю, потому что это лучше, чем Денис. Чагла, мы тоже уходим. Завтра утром мне нужно быть на работе. Хорошо, Бурак. Ты тоже стал каким-то скучным. Увидимся, Эда. Увидимся. Пока, увидимся. С днем рождения. Спасибо. Очень классный день рождения получился. Да. Я не видела, как Эда зашла, но, думаю, она была очень-очень удивлена. Еще как. Кстати, еще раз спасибо тебе. Я же ничего не сделала. Все равно. Спасибо, что ты была рядом. Если бы не ты, могли бы произойти плохие вещи. Ты этим вечером со мной. Спасибо. Рядом с тобой я чувствую себя лучше. Бурак, едь помедленнее. Да я и так медленно еду. Ты так едешь, как будто куда-то опаздываешь. Помедленнее, мы уже практически приехали. Хорошо, я не заметил. Ты уверен, что у тебя все хорошо? Я же сказал, все в порядке, Чагла. Хорошо, не буду давить. Спасибо, любимый. Завтра, если будет возможность, проведем время вместе. Посмотрим. Спокойной ночи. И тебе. Ты уже начал перегибать палку, Бурак. Она специально это делает, чтобы побесить меня. Нашла фотографии, и этого ей не хватило. Это точно она. Никто другой бы не сделал.
Что я сейчас скажу Вулкану? Он в жизни меня не простит. Я не буду врать. Я не могу его снова потерять. Слушаю. Вулкан, послушай меня немного, я все могу объяснить. Я не жду от тебя никаких объяснений. Вулкан, пожалуйста, я все могу тебе объяснить. Все не так, как кажется. Наши отношения и так были ошибкой. На этот раз все реально кончено. На этот раз точно все кончено. Теперь мне нечего терять. Тот, кто это сделал, обязательно заплатит. Я бы удивилась, если бы это была не она. Слушаю. Ты счастлива, что причинила боль? Не поняла. Я уверена, что ты поняла. Ты позвонила не тому человеку, Денис. Это ты разместила фотографии в социальных сетях? Ты не смогла принять то, что мы с Вулканом помирились. Я тебя сейчас очень хорошо понимаю. Твою игру испортили. Твоя ложь тебе не помогла. Конечно, твой парень лжет намного лучше, чем я. Что ты хочешь сказать? Ты живешь еще в большей лжи. Денис, говори прямо. Я скажу тебе только это. По-твоему, Вулкан мог встречаться с той девушкой? Или, может быть, он только делал вид? Попробуй, разузнай. Слушай, Денис, я не буду слушать дальше твой бред, поняла? Сбросила. Даже если не поверила, мне и сомнений достаточно. Если это правда, то я вытащу ее наружу. И ты заплатишь за это, Бурак. Ты мне чуть руку не оторвал. Где ты была? Почему опоздала? Тебе-то что? Что значит мне-то что? Вот так, просто. Тебе-то что? Что мне, отчитываться? Ответишь на мой вопрос? Выйдя с вечеринки, приехала домой и все. Это ты откуда взялся? Когда я уходила, ты был еще там. Я быстро ехал. Кто-нибудь увидит. Ты подумай о том, что я тебе сказал. Я подумала. Я не буду тебе помогать. Я не об этом тебе говорю.
Может, перестанешь издеваться надо мной? А я и не издеваюсь над тобой. Мне нечего тебе сказать. Ослы. Отпусти меня. Я знаю, почему ты себя так ведешь. Потому что я тебе тоже нравлюсь. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.